Щороку наприкінці січня в ООН відзначають День пам'яті жертв Голокосту. Традиційно цього дня люди вшановують пам'ять єврейського народу, який у ті часи жорстоко винищували. Сьогодні весь світ відмічає таку жахливу трагедію. Це не праздник, це событие, яке потрясло весь світ. Іменно День пам'яті жертв Голокосту. Беспрецедентное событие в истории, когда меньше чем за 4 года было уничтожено 6 миллионов людей, евреев, только за то, что они были евреи. Это не люди, которые взяли оружие, пошли воевать. Просто еврей, значит, подлежит уничтожению. Дата 27 січня обрана не випадково, адже саме в цей день радянські війська звільнили один із багатьох таборів, у яких гітлерівці планомірно здійснювали прийняти на державному рівні остаточне вирішення єврейського питання. Почему на сегодня, 27 января? Потому что в 45-м году именно в этот день был освобожден самый ужасный лагерь в истории. Это Освенцим, где меньше чем за 4 года уничтожено было 1,5 миллиона людей. Из них 1,1 миллион – это евреев. Протягом цього дня люди приходять на єврейські кладовища, запалюють свічки та моляться. Здесь были представители именно еврейской национальности, и они совершали поминальную молитву. Это было очень трагично, но это было и очень сердце, с той любовью к тому народу, который они представляют. И знаете, то, что они говорили, печально, что был Холокост. Но с другой стороны, если бы не было Холокоста в 1948 году, не образовался бы сам Израиль, как государство, которого не было 2000 лет, и которое сегодня дает отпор смело 7 арабским государствам, которые до сих пор мечтают уничтожить их. Они объединились, они сплотились после этой трагедии, и сегодня сильная нация, что и нам бы хорошо, потому что у нас есть то, что атакует враг, нас стараются уничтожить. Пора украинцам объединиться и сказать: мы украинцы, мы переможем.